Есть ли дно у этой штуки? Марианская впадина, блин. То есть, если бы туда краб упал, то все, с концами. Блин, что мне так очково сюда плыть? О, what is fucking this? Всплывем, наверное. Меня не особо напугал, но то, что там неудобно маневрировать. Так. Экологически мертвая зона. То есть это призрак меня, блин, укусил. Просто краб нахрен свалится и все, и больше не выплывет. Вот так они ограничили карту. Интересный способ. Так, ремонтируем, вылезаем. Эти все походы интересные, но особо никуда не приводят. Так, и желательно в яму не свалиться. То есть по краю карты, то есть три кеме несчастных. Так кто там, блин? Педерила, думаешь, меня скушаешь, блять? А ты тоже так думаешь? Так, с какой стороны тут долбанное дно? Блять, здрасте. Наверное, все. Возвращаемся. Да на глайдере это дело будем делать, потому что эта хрень просто по дну ходит, никакой роли не играет. Возвращаемся, короче, назад. К тому же я не совсем понимаю, где моя цель. Титан мне нафиг не надо. Два кеме. Два кеме. А нет. Я ту штуку нашел. Все, пошли в жопу. Я знал, что где она где-то рядом. Пошли в очко. Да что ты, что ты? Блять, метка. Seek fluid intake. Vital signs stabilizing. Какой мы глубине? 300 метров. Да ну на.
Так. Подводный вход. Струение. Струение. Подходный вход. Да, мать его, так, если больше нельзя, то будет подводный вход в струение. Я хотел там, конечно, написать, что он еще на 300 метрах и т.д. и т.п., но... Пусть хоть что-нибудь. Подводный вход в строение. Я хер тебе знает, будешь красным. Был я здесь, был, когда-то я был. В смысле, погоди, тут вообще пешком ходить? О, прикол. Так эта хрень умеет ходить пешком? Бро, ты умеешь ходить? Ты умеешь ходить, то мы ходим с тобой очень аккуратно. Угу. Ты присел на корточки. Ой, только не говорите, что это и все. Да ну нахер, блин. Ты уже встал? Ты молодец. Короче, бро. Это серебро. Делаем снимок, не знаю, что это такое. Есть здесь какие-нибудь ключи куда-то запихнуть? Какие-то помехи, ребята, возможно... У меня наушники там пересекаются с этим. Да с Wi-Fi. Да ну нафиг, это и все? Не гоните, не у... А там написать пещера, блин. Строение. Подходный. Строение, да, действительно строение. Понятное, сука, строение. Что с ним делать-то? Давай, это телепорт, откуда и прошел. На глубине 300 метров. Конечно, я бы давно уже прошел игру. Наверное, этим закончится, что я сяду, прочитаю Википедию. Что, где? И пройду игру. Так я много уже в ней сижу. Она меня волнами на меня накатывает. Ладно, блин. Строение, блин. Ну пусть будет строение. Снова его покоцал кто-то. Что там в плане еды? Я всего нагреб. Можно, кстати, почитать, пока мы здесь. Значит, что мы научились делать? Я хотел к такому зданию сходить, но не именно к этому. Так, превращает морскую воду в пресную воду и соль. Годно, хочу. А ну, что такое мертвая зона? Во все стороны до теории, что Аврора упала на край вулканического кратера размером 2 на 2 км. Вероятно всего, прошли тысячелетия, прежде чем достигла поверхности.
Ага, то есть мы внутри кратера. Способна поддерживать лишь два вида жизни. Микроскопическую и класс Левиафан. Исследование не рекомендуется. Спасибо, я понял. Не рекомендуется, но тем не менее можно, да? Система фильтрации воды всасывает непригодную для потребления человеком воду из внешнего источника, атомарно расщепляет ее на составные части. Я что ли под водой стою? Не понял. Ого. Ого, я был типа под водой. Не заряжается оно от бега, не? Так. Она может быть построена в любом совместимом жилом модуле. Так, система фильтрации воды, любую жидкость в чистую. Да, сэр, любую жидкость. Попытил и готово. Так, ладно. Надо чухать отсюда. Один бутер, один водичка. А чё ты коцан, я ж тебя ремонтировал. Валим. Кстати, можно это на следующий ролик вот сделать, ну не знаю. Так, понятно, 300 метров, а? Как-то там подняться можно по этой горе? Бля, ну что за на... Буду так понемногу подниматься. Встречу кого-нибудь, дам ему похлебал. Типа вот этой рыбы. Мы, видать, с тобой встречались. Как я рад, что нашел ту пещеру. Но это ни хрена не то, что мне надо. Блин, снова эти пузыри долбаные. А это, наверное, максимально, что я смогу подняться, да? Остатки корабля номер два. Четко промахнулся. Че, заметили, бля? Значит, мы в кратере 2 на 2 км со своей флорой и фауной. Все понятно, голимый кратер, блин. Это было? Это было? Тут я, по-моему, ныкался. Вот тут сидел вот так. Уч, вот так. Узнаю, блин. Может и не было. Тут тронет мой этот самый, дам по рогам. Только, сука, троньте моего краба, блин, вылезу отсюда. Руки-ноги поотрываю. Чё там так хочет, чтобы я его отсканировал? Кровать очередная, блин. Фонарик, да ты чё? Acquired. Не blueprint acquired, блин. О, ребята, это уже моя жена орёт. Орёт, потому что они, девочки, не могут разговаривать нормально. У них все через крики. Вот сейчас она, видать, пытается ее
отобрать у нее планшет. Блин, узнаю это место. Кто все двери позакрывал-то, а? Так, капитан, блин. Рад вернуться на борт, что-то я не заметил, сохранило оно или нет. Остатки корабля. Где-то тут должно плавать то чудо-юдо, пожирающее меня. Подводный вход в строение. Ну, тай мать тебя за ногу, валим тогда. А в крабе не так страшно стало. Мне теперь страшно. Где оно? Где то, что любит жрать маленьких крабиков? Где-то я иду... Бля, что это такое? Это оно? Сука, а вот это тень, это ж тень от него. Да, вон он, пидор. Сука, пидор, ненавижу его. А может он не завалит меня, я тебя буду сопротивляться, там бить его. Или все это херня. Ведь он даже мотылек догнал. А что он с этой штукой сделает? Вообще, блин, как нихер делать, порвет. Ну что, блин, затаримся солькой? Падла такая. Вижу тебя, мудак. Да, тут типа другая музыка. Типа. Я не знаю, того, что я часто сохраняюсь, это какую-то роль играет? По-моему, все это до задницы. Да штука, я точно знаю, она за Авророй. Там это же я еще только с этой стороны. Там еще, если с обратной стороны Аврору это обойти, там тоже дохера всего. Я не знаю, наверное, вернемся назад. Или чё? Вернемся назад, может, скрафтим что интересное. Как у меня инвентарь тут почти полон? Да у него не особо полон, но, наверное, вернемся на всякий случай. Что это у нас такое? Свинец? А надо мне свинец или нет? Лич пошарится. Одна пилюлька жратвы есть. Аврора настолько гигантская, ее хрен обойдешь.
Эпично. Что самое интересное, что та тварь, она тут плавает. Если обойти Аврору, то она тебя будет ждать с другой стороны, как будто так и надо, блин. Надо обойти Аврору, а? Не знаю, надо мне свиниться или не надо.